рассада пиона молочно-цветкового Кёнинген Вильгельмина хорошо приживается и вырастает в эффектные растения с крупными розовыми цветками. Высота взрослого многолетника может достигать 1 метр, цветение обильное и начинается в мае. Цветы нежно-розового цвета с бледными краями и махровыми лепестками, что придает им особую пышность. Аромат сладковатый, нежный. После цветения могут завязываться семена. Особенности пиона Кёнинген Вильгельмина. В первые годы растения нуждаются в зимнем укрывании. Более обильное цветение пиона дают при посадке на солнечных местах. Почва – плодородная, суглинистая. Полив требуется умеренный, но без пересыхания. Пион молочноцветковый Кёнинген Вильгельмина – это травянистый высотой 80-90 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка розовый с перламутровым отливом. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 18 см. Весной листва по цвету темно-зеленая. Пион молочноцветковый Кёнинген Вильгельмина создал Крыладж. Годом создания растения считается 1912. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.